Христос воскресе! Здравствуйте! Вы смотрите духовно-просветительскую программу «Лампада» в студии Наталья Полянская. Мы расскажем о значимом юбилейном событии для белорусского православного народа, которое прошло на Полоцкой земле. По благословению архиепископа Полоцкого и Глубокского Феодосия в 2019 году в Полоцкой епархии проходят торжества в честь столетия со дня мученической кончины священномученика Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского. Мероприятие начались в городском поселке Шарковщина, где родился Константин, а затем спустя годы совершал свое пасторское служение до самой кончины. Венцом деятельности священномученика на Неве Христовой стала постройка Свято-Успенской церкви. И сейчас иконостас и внутреннее убранство напоминают нам об иерее Константине Жданове. 29 апреля, в день мученической кончины, были совершены богослужения. 14 и 15 мая состоялся крестный ход от Шарковщины до Десны, напоминая белорусским христианам мученический подвиг 1919 года, когда силы зла в нашем Отечестве восстали на служителей Божиих. Батюшка Константин был задержан большевиками после совершения требы. Узнав об аресте пастыря, прихожане пытались спасти его. Власти решили расстрелять священника, но, опасаясь народного возмущения, отправили его в Десну, где он был замучен и расстрелян. В храме Успения Пресвятой Богородицы поселка Шарковщина состоялся молебен путешествующим, и пеший крестный ход двинулся в путь, освящая Шарковщинскую землю. Крестоходцы делали остановки в деревне Германовичи в Ямна. На второй день первая остановка была в деревне Стефанполье Миорского района. Участники крестного хода совершили молебен преподобному Серафиму Саровскому около разрушенного храма в честь этого святого. В селении Сидьково жители населенного пункта встречались с хлебом и солью. Так пеший крестный ход сделал остановку около часовни святителя Николая Чудотворца, где совершили молебен и трапезу. На протяжении всего торжественного церковного шествия люди присоединялись в селениях. Шествие верующих в каждой деревне увеличивалось, но основные 20 человек осветили Шарковщинскую и Миорскую землю. С пасхальными песнопениями храм, идущий по трассе к людям, прибыл в город Десну. Крестный ход встретил протоиерей Геннадий Короневский с прихожанами. Все с молитвой приложились к мощам священномученика Константина Жданова. Дорогие братья и сестры, вот и прошел наш крестный ход в честь столетия отца Константина Жданова. Не было сложностей. Я чувствовал поддержку свыше. Была выбрана неделя Жон-Мироносец. Почему Жон-Мироносец? Потому что было предложено прихожанами города Десны символически. Потому что когда батюшка шел на крестные страдания, то прихожане всеми способами старались спасти батюшку, выкупить его из рук мучителей и не бросали его до конца. И затем, когда батюшку уже замучили, прихожане раскопали место его захоронения, облачили в священнические одежды и с почетом, как положено священнику Божьему, похоронили под спудом церкви Одигитрии, Божьей Матери Одигитрии. И поэтому, конечно же, это время символическое. И вот когда мы шли крестным ходом, мы пели «Христос воскресе». «Христос воскресе», потому что мученичество и Пасха, они неразрывно связаны. То есть Христос нам даровал Пасху, пройдя мучение. И вот мы несем свои маленькие крестики, но идем к Пасхе. И вот Пасха отца Константина Жданова. Синоптики обещали нам дождь. И мы думали, что пойдет дождь. И мы приготовились уже, что будет ливень. Но мы не воспользовались дождевиками, и мы прошли и по Шарковской земле, и по Мёрзкой. Дождинки не капнуло. Мы прошли по всех населенных пунктах. И даже мы были у разрушенных храмов в деревне Стефанполье, где храм уже разрушенный. Но до сих пор люди о нем помнят, как первый храм в Белоруссии, посвященный преподобному Серафиму Саровскому. Мы подошли к этим руинам, мы отслужили молебен и крестным ходом с пасхальными песнопениями обошли вокруг храма. Крестный ход нас сплотил. И вот уже, знаете, когда
приходили, подходили к Десне, у людей даже навернулись слезы, потому что была вот такая вот радость, что вот мы вот прошли какие-то трудности и достигнули цели. Эта цель, вот именно храм Воскресения Христова и мощи священномученика Константина. То есть мы как будто пережили пост и встретили вторую Пасху. 16 мая в приходе храма Воскресения Христова города Десна состоялась соборная литургия в честь столетия мученической кончины Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского. Прихожане встретили правящего архиерея Полоцкой епархии караваем и цветами. Владыка прошел по дорожке, усыпанной лепестками. В 2008 году нетленные мощи священномученика Константина были извлечены из-под спуда Диснинской Свято-Одигитриевской церкви и перенесены в Воскресенский храм. 4 июня 2011 года в этом храме состоялся чин канонизации священника Константина Жданова в лике священномучеников. Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий возглавил богослужение. Христос, истинный Бог наш, молитва Пречистой Своей Матери, священномученика Константина и всех святых, помилуй и спаси от всяких благ и человеколюбия. Его высокопреосвященство заслужило духовенство Полоцкой епархии. Богослужебное песнопение исполнил хор Собора Рождества Пресвятой Богородицы города Глубокое под управлением Татьяны Новик. В храме молились верующие из всех уголков Полоцкой епархии, а также гости из России. По запричастном стихе руководитель отдела канонизации святых протоиерей Николай Войтов сказал проповедь о житии и мученической кончине Константина Жданова, пресвитера Шарковщинского. Закончилась служба крестным ходом вокруг храма Воскресения Христова. Красочное церковное шествие под звон колоколов, церковное песнопение, хоругами и иконами делало 4 остановки, осеняя верующих Христом и окропляя святой водой на 4 стороны. И летит к благодатной святыне тихий шепот спасительный фраз. «Отче мученичи Константине, моли Бога о грешных, о нас!» По окончании владыка поздравил прихожан и духовенство с праздником и обратился ко всем присутствующим со словом назидания. «Христос воскресе! Воистину воскресе! Ныне древняя Полоцкая земля торжествует!» Это святая земля. Именно ней много столетий назад воссиял свет веры Христовой. И этот свет озарял поколение нашего народа. И каждое поколение даровало миру угодников Божьих, святых и преподобных. Первая из них – это преподобная Матерь наша Ефросиния Игуменья Полоцкая. Святители Полоцкий, Мины, Денис и Симеон. Святитель Кирилл Туровский и много других угодников Божьих. Наша земля известна святыми святынями. Это крест преподобной Ефросинии Полоцкой. Это наши древние храмы, монастыри и иконы. И, наконец, уже в наше время воссиял свет мученичества. На славной землях Шарковщинский священник, отец Константин, прожил жизнь святую. Он был постник, молитвенник. Он был пастырь, который пекся день и ночь в своей пастве. Он строил храмы. Он проповедовал Слово Божие. И когда пришло время исповедовать веру, он безбоязненно исповедовал ее пред Богом, небесными силами и всей землей. Сказал перед смертью, я никому ничего плохого не сделал, ибо он прожил святую жизнь, и Господь увенчал его венцом мученичества. Мученики – это особые люди, которые Богу угодили высшим подвигом мученичества. И Господь всегда слышит их молитвы и исполняет, ибо это друзья Божии, которые за Бога отдали свою жизнь. И наше прославление отца Константина, его торжество, началось с чудес. Вот этот храм, в котором мы стоим, он был далеко не в таком виде. Он нуждался в основательном ремонте. Здесь планировалось провести канонизацию отца Константина. Но внешний вид храма, внутренний,
территория желали лучшего. И когда мы, нам оставалось несколько месяцев, мы приступили в ноябре, а уже в июне месяце мы должны прославить были отца Константина, мы приступили, не имея ни денег, ни средств, ни людей для исполнения этих работ. Мы так промаялись около месяца, и потом пошли чудеса, и мы, не имея ни денег, ни людей, своими руками, своими силами собрали работников епархии, мирян, прихожан, и своими руками, с помощью, конечно, властных структур, наших властей, мы произвели ремонт. Следующее чудо – это уже то, что мы сейчас опять видим перед своими глазами – это рака, которая угрожает этот храм. Ко мне приехал отец Геннадий, уже ремонт храма окончался. Надо было думать, что мощь ему уже извлекли, они ставили в гробики в углу. Надо как-то сделать раку для угодника Божия, священномученика Константина. Опять-таки, где брать средства? Рака стоит очень большие деньги. В какой-то растерянности, что делать дальше, я провожаю отца Геннадия на выход. У входа стоит человек. Я знал этого человека. Это минский предприниматель, человек очень влиятельный, богатый, который помогает церкви. Он никогда не заходил ко мне в епархию. Мы так издали были знакомы друг с другом, но никогда не общались с ними и ни о чем не говорили. Его имя Константин. Я его провожаю. Говорю: «Костя, так это ж отец Константин мученик, это же твой тезка. Ты, может быть, поможешь? А что, раку сделать?» «Помогу, говорит. Тогда заходи в кабинет». И вот это было чудо. Он взялся, и через буквально два месяца, два с половиной года, рак это была готова. Когда я увидел эту раку, я не поверил своим глазам. Такой раки и в Минске, наверное, нет. И мало где в областном центре есть подобные святыни и подобные изделия. И сегодня то чудо, которое вы сегодня видели. Вы его видели, нет? Над храмом вы видели, это не радуга, это было сияние, это ним был. Радуга, она немножко другого характера, это было сияние над храмом в честь отца Константина и того торжества, которое Господь благословил нам произвести. Далее архиепископ Феодосий наградил особо потрудившихся во славу Святой Церкви епархиальной медалью священномученика Шарковщинского Константина Жданова II, III степени и архиерейскими грамотами. В этот день празднования памяти преподобного Феодосия Печерского управляющий Полоцкой епархии архиепископ Феодосий принимал поздравления с Днем Ангела. Владыку поздравили светские районные власти, священнослужители, паломники с города Постав и все присутствующие в храме. Архипастырь сердечно поблагодарил всех за поздравления, отметив, что самая главная награда для каждого, кто пришел в храм на праздничную службу, это Божия благодать. У меня сегодня такой стан души, такой благодати, роскоши, потому что отбылась такая святочная подея стагодзе Константина Жданова, коллегу. Это была змрочная, это была жалобная подея, але зараз отбылось 100 год, и она как бы перетворилась у нашу радость, потому что мы прошли этот кружовый ход от Шарковщины, я сама с Шарковщины, до Десны. И я бачила, какая наша Беларусь вся дружная, как выходили на дорогу у каждой вёсцы, и Германовичах, и Старым Селе, и Ямно, сколько мы прошли населенных пунктов, и сюда выходили, и директора школ. З вучнями, наставники, і просто люди сустракали хлебом, солью. І дорога була у кветках, у пам'ять Константина Ждана, нашого батюшки дорогого. Это так все нам дорого. І тепер ми прийшли у этот храм, де знаходяться його святі мощі Константина Шарковщинського. Нам дуже жалко його, батюшка для нас живий. Ми до його звертаємося з просьбами своїми
Самое главное, мы просим Капьяну Мацева у нас веру. После целования креста каждому раздали иконки с образом священномученика Константина Жданова и брошюру с молитвой и жизненным описанием святого. На улице для всех участников торжества была развернута полевая кухня. Трапезу готовила повар из военной части Полоцкого района. Местный год, посвященный Константину Жданову, был организован в первый раз. У нас в Шарковщине все прихожане готовились к этому с большим трепетом. И, не зная своих сил, насколько мы можем, но мы хотели пройти этот путь вместе с Константином Ждановым. Несли иконы, молились за своих близких, за всю свою Шарковщину, за всех людей, за мир на земле. И он нас поддерживал в этом пути, потому как мы уже в возрасте прихожане шли. И тяжело было идти, но мы шли с этими иконами, шли с молитвой. Нас везде встречали люди во всех деревнях, присоединялись к нам, кланялись Константину Жданову. Особенно в Великом Селе, когда мы подходили, вышла вся школа, все дети с цветами. И мы осознавали, что 100 лет назад по этому крестному пути он шел на свою смерть, а сейчас идет усыпанный цветами этот путь. Мы плакали, молились и благодарили Константину Жданову за его заступничество, за то, что он нас поддерживает в этой жизни. Вы смотрели духовно-просветительскую программу «Лампада». В студии была Наталья Полянская. До свидания, до новых встреч!